Похоже, нельзя какую-то по умолчанию сделать. Хотя там вроде настройка формы можно поставить. Типа бордовую сразу, чтобы. Давайте, парни, сосредоточенно, спокойно. В нашу игру поиграем. Все будет нормально. Свит. Андрей. Так, у них высокий ФРВ, да? Такой, вероятно, средний высокий. Вероятно, будет пытаться через него ходить. Это навес будет работать. Надежно. Отлично. Фланг Макс, смотри сначала. Да. Скидку. Хорош. Лучше. Можно. Ничего себе. Это уже опасно. Что, не спешу? Дальний. Дальний, смотрите. Хорошо. Вниз ходи. Блять. Так, я попытаюсь выиграть. Нужно оформить. Ну, там высокие парни неплохо держат, по всему. Ну, не туда пошло, там, может, лучше было бы, если бы шут. Хорошо. Можно.
Блин, он вышку открыл, знаешь. У него цифр пошел. Хотя пленный. Попрести, попрести потом там. Да. Скину, получится. Что то что такое? Так. Хорошо, у нас. Тихо, центр. Хорошо. Надежно? Отлично. Фрукт, чего? Давайте по игрочкам. Все, вышло. Кадет, поиграй пониже, они постоянно с... Ну, не кадет, а в целом КП. Дальний, поиграйте пониже, они всегда разрезают. Нас. Синий экран смерти, блядь, заебись. Блядь. Не знаю, что. Я хз. Понял. Иди что с компом все? Не знаю. Это часто бывает? Нет, это первый день был. Вообще? Это вообще, блядь. Да, надо это пошли суть. От забросов, мы забросы делаем, делаем, и он не все готов к этим забросам. Легко меньше. Я там пару раз, кстати, нормально могу пройти. Там вроде по-настоящему хорошего момента и не было даже. Ну такой, 50 на 50, могу пройти, могло нет. Так что уж совсем... Это не совсем бездумная хрень была. Ну так они все не бездумные, но просто плохо проходит. Отлично, отлично. Фрукт вылетел, забили. Падение? Не думаю. Знаю, да? Помните про КП, да. Отсвалить. Хорошо. Успел? Так, я думаю, у них что-то подготовлено в головой. Давайте надежно посмотрим. Lumitex. Отлично. А, ты... Сори. Я по миникарт смотрел, ты бежал. Один, вроде. Хотел контру, хорошо. Хорош, еще? Хорош. В урме. Навес может быть аккуратно. Давай, давай, давай. Хорош. Хорош. В урме.
Так, высокого нет особо, да? В уровне гофера я. One, two, three. Да-да-да. Блять. Чел успел. Здесь сзади нормально людей? Да, хорошо. Угу. Я открою спот. Так, давай. Хорош. Я еще под тобой встречаюсь. Угу, хорош. Хорош. Пиздец. Еще и застрял мяч в лобби, пиздец вообще. Мог отлететь. Сда. Пойди, да что, не залез лицом. Хорош. Ай, блядь, я думал, просто отбил. Не, просто там типа это брало меня. Читал, блядь, сука, на него выиграл. Чё, зачем меня перевернуло-то? Я вижу. Пойдём. Так, в уровне гоухер я. One, two, three. Блять. Попросите. Смотрите, заброс. Их много сзади. Я мою. А как там? Лучше, лучше. Хорош. Смотрим. Далька свободна. Ворми, go here. Далька свободна. Фри. Ой, блядь. Вон. Там вроде два низких было. На ЦЗ высокий штрафной. Ну, у нас нет высокого. Есть, есть. Деле, у нас два, три, 82. Лучше. Че это? Так, вертя, да? Аккуратно. Хорош. Хорош. Ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Че, уже три гола у Матарева. Тоже бомбардир, блядь. Лена, не забудь в конце матча. Ох, я думал, залетит, блядь. Не, я думал, он отобьет, типа, и на ногу кому-нибудь. Вы скрины слышали? Да. А надо делать, нужно стрим. Ну, да ж, ну, у кого стрим там, чтобы он прошелся. А что нужно? У тебя пресс же, да, стрим? Да. Ну, просто так, не забыть. Ну, там что конкретно? Да сводка, наверное, как обычно. Просто как обычно? Не, парни молодцы, хорошо играли, двигали мяч. Здорово.
Сейвы, пасы, голы. Отбор. Райс, матч не закончился, если что. Что это значит? Ну ты уже начал говорить, там парни хорошо двигали мяч. Ну, почти конец. Ну, 89 минут хорошо двигали мяч, чё. Все в атаку. Все, я за привез гол. Не, ну начали нехорошо, владели. Двигают мяч уже молодцы, они сидят в автобусе. Ну да, не то что Егоры. У них 40 отборов, блядь, против 9 у нас. Жестко. Так, пресс сделаешь, да? Угу. Ты знаешь, да, что делать? Ну, сводка, защита. Угу. Защита, пасы, голы, сейвы, отборы. Там, да, все. Вот сейвы, это... они есть в этом, в сводке. Ну? Пасы тоже. Тогда, наверное, определенно их не надо.